Всем привет, с вами Кристалл и Скайлайн. Здорово, народ. И мы продолжаем играть Dead Rising 3, конечно же. И в последней серии мы остановились в этом клубе. И теперь надо опять искать какую-то девушку для какого-то босса, как обычно. Хватит лупить меня стулом, жопошник. Знаешь почему? Потому что когда ты загружаешь игру, знаешь, что получается? Я без оружия появляюсь. Вот поэтому дайте за это стулом. А, кстати, игра в прошлый раз у нас вылетела. Точнее, у меня вылетела. Думал, опять все скинется, у нас весь прогресс. Но нет, нормально оказалось все. Да, это я только боялся, что мы снова там. Просто там контрольная точка большая. Не, ну мы тогда большая. На этом, да. Просто нет, оказались. Нет, именно на больших контрольных точках. Так, у тебя есть какой-нибудь транспорт? Давай какой-нибудь транспорт быстрее. Во-во-во, иди сюда. Давай, садись быстрее, водитель хренов. Быстрее, не ты бритами кидайся. Мне понравилось, что бритами кидаться. Все, погнали. Нам сейчас на самолет надо. Да? Да. Слушай, значок шерифа видишь, да? Справа. Да, видел, но это не значок шерифа, по-моему. От чего? Я хочу... Я хотел как-то на нее сходить, но ты что-то не пошел. Ну, можно было сходить, попробовать. Может, спасать, правда, надо кого-то, я думаю. Ё-моё, жесть, как ее тормозит. Тут все тормозит. Все, что не каток. Да. Или мотокаток. А, ладно, я думал, сейчас не проедем. Нет, проедем. Слышал, да, ты никуда не едешь. Я правильно еду? Скайлайн, это зомби не боятся так. А, налево сейчас. Ну, налево? Немножко. То есть, ну, как, когда я смотрел, было. А, направо, то есть. Тут еще. Я немножко сплю. Просто мы немножко ночью записываем, поэтому, да. Ребят. Совсем немножко. Так. Слушай, вон, безопасный дом слева, давай его зачистим. Давай. Кстати, да, надо бы его зачистить вообще конкретно. Так. Куда я полез? What? Что это такое? Я в какой-то поезд залез, слушай. Да может там есть что? Тут есть зеленый болгарский перец. У меня, кстати, как раз поварской нож. О, кастрюля, смотри. Я пойду, слушай, зомби угощу. Слушай, стой. О, там микроволновка еще есть. Вот, я и хочу. Так, а тут что? Касса, тарелки. Касса, так, знаешь... Ну, чтоб чертеж лежал, кастрюля и микроволновка. Отличная комбинация была бы, швабры еще. Да. Так, ладно, о, смотри. Давай. А, это мое отражение. Слушай, может зачистку проведем? Ай, да ладно, блин, прикинь, перепрыгнул, у меня выпала, короче, моя кастрюля. Да просто мастер управляет с кастрюлей. А где она? Включай микроволновку. Да там осталось, на той стороне. Я как прыгнул, она выпала. Сразу же с той стороны. Так, как нам залезть-то в это убежище? Пошли в убежище лучше. Так, я понимаю, что микроволновка это клево, но давай так. Лучше в убежище. Так. Побежали. Сюда мы... Дверь закрыта, да? Закрыта. А, окно. Я-то залажу. Не знаю, как я просто мышкой... Я ж не мышкой шевелю. Так, очистите безопасную зону. На, давай доставай клинки. Воу, прикольно я разрезал. Да, мне бы оружие какое-нибудь. Да сейчас возьмем. Вон брусок возьми или ДСП доску. Норм. Она ДВП, скорее всего. Ну или какая там, я не успел прочитать, как она там написана. Нет, это я так по собственным знаниям. Окоп. Доступно восторг на четырех колесах. Что это такое? Не знаю. Давай сделаем восторг на четырех колесах. Оружейный шкафчик, вот что мне надо. А где он тут? А. Да вон я стою. Так, нам выкинуть из себя все лишнее. А я переоденусь, пожалуй, пока. Так. Что можно одеться под мои ножики? Нет, так. Это не очень. Это как бы... Слушай, из-за того, что стреляешь, я не могу переодеваться. Да ты хороший панк. Ну мне надо же было что-то сделать. Так. Меня сразу вышибает. На, еще один ножик. В подарок тебе. Нет. О, я знаю, отлично. Так, перчатки, все. Огнестрельная. Идеал. Блин, у меня эти ломаются. Клинки, надо тоже оружие новое. Ну, так, вот сейчас заберем. Кто-то тут рычит. А что за кабин? А, это туалет для сохранения. Кабинка, думал, какая-то интересная. Я не выбил? Выбило. А, я всего лишь рядом пробежался. Да, всего лишь меня выкинул нафиг. На пару метров. Давай быстрее, я тоже хочу что-нибудь. Так, блин, я только захожу в нужную графу, ты меня выпинываешь оттуда. Ну я пойду кирпичами покидаю. Все правильно делаю, да? Кирпич! Кому кирпич? Бесплатный кирпич! Так. Держи. Ай, упал! А я сейчас сам кирпичей наделаю. А-ха-ха, кидай! Я в трусах, так нечестно. Что? Зачем ты в трусах? У меня не вопрос. Так легче убегать. Надо было без трусов. Да, я согласен, что в случае чего я бы смог использовать свой могучий болт, но... Но будем же быть корректными, да? Гаечный ключ, правда, честно говоря, здесь у меня нарисован. Ну чё, пойдем? Я вооружился. Сейчас я тоже вооружился. Полностью так, как хотел. Так. Понять не имею, как я хотел, правда.
Барбекю, чемодан. Кстати говоря, вот про эту штуку мы говорили тогда. Ух ты, пиломеч. Так, пиломеч, отлично. Слушай, Вархаммер? Да. Что-то того. Нет, пока я без пиломеча буду. Зверь. О, еще вот это возьму. Так. Так, ну-ка, нет. Кнопки путаю вечно. Игрок. Блин, очков-то нету. Эх, печаль. Ты себе не потратил всякую шнягу, было бы так прикольно. Ты зомби-газом не пользовался? Ну, честно говоря, пользовался. Унылый Г. Так и не помню, как работает. Ага, тогда возьму, что, не знаю, огнестрел какую-нибудь надо взять. Возьму УЗИ, наверное. Окей. Так, пары. Ты на чё? Ты на ближнем бойном оружии специализируешься? Ну, больше хотелось бы ближний, потому что дальний как-то очень быстро израсходует себя и убивает. Да, а я вот на дальнем. Так. Ну как, у меня ваншот, ванкил. Подходящий. На, на! У меня тут спасибо. One slice, one kill. Зомби-нинджа. Как тут нинджа только зомби. Так, да, отлично. Кышит машины. Так. Поехали давай уже. Куда поехали? Тут надо сжечь их всех. Очистить. Очищение, я святой инквизитор. Ты не видишь мою шляпу? Очищать, очищать, очищать. Только как бы они тебя не очистили. Что ты сказал? Свою зомби-веру. Ну я, кстати говоря, не это, я не очень этот, как его, зомби. Так, я тебе намекну. Да? Блин, а я-то думал. Да эти вообще пожарные умирают, не? Я вроде рублю, а им как бы вообще пофиг. Они из чего сделаны-то? Не знаю. Из кевлара. Убивает. Воу, тихо, меня что-то шандарахнуло. Это чем ты кидаешь? Заморозка? Не знаю, какая-то... Это... Гранатомет какой-то странный. Так, пиломеч, ну-ка пиломечом попробую. О, пиломечом нормально, 500 очков сразу еще. На, на! Ну кто просто там? Кого-то хорошего убил. На, на! Я хочу убить этих гадов. Я тоже хочу, вот рублю. Дорогие. Пытаюсь. Тебе тоже же очки идут? По 1800, да? Нет, я его пытаюсь убить. Кого? Этого пожарного. Ладно, пошли отсюда, это что-то какая-то это. Пойдем. Да. И беспощадная. Ай, меня за ногу укусили. Сколько времени у нас получается. О, слушай, тут чертеж со звездочкой, надо сходить взять. Так, он в доме. Звездочка или... это задание. Я понял, что задание, но тут еще этот. О, вот сюда надо. Оп. Так, чертеж. Чертеж. Ого, оранжевый. Так, чертеж оружия. Энергокрик. Громкоговоритель. Круто, и... апельсиновый сок, вот что мне надо. Так. Так. Сейчас попробуем, я новую штуку собираю. Энергокрик, ну-ка. Кто хочет услышать мой голосок? А, я потерял свой энергокрик. А вот он. Потерял он свой энергокрик, а? Вот как ты мог? Негодяй. Ну чё? Ну так себе, но убивает с первого выстрела. Но могли бы сделать поэпичнее. Ладно, пошли машину какую-нибудь найдем. Пойдем. Где-то здесь должно быть чего-нибудь. Он стоит против грузовик, он нет. О, вот это, смотри. Вот это. О. Ты вот про это? Интересно, да. Интересно, а он работает, типа как огнем дышать там везде? А на какую кнопку? Да. О, нет, я выпрыгнул из машины. Погоди! Стой, постой! Стой, постой. Давай лучше в такси, оно прикольнее едет. Да ё-моё! Чё, зря сел, что ли? Ну блин, крутой седан. Стой, стой, дай сяду. Прям Лада седан, баклажан, да, давай. Всё, поехали. Поехали. У тебя уже же клиентов там много будет. Ну видишь, я их скинуть пытаюсь. Слушай, мне кажется, мы приехали. Тут нету? Никак не пройти, что ли? Ну, ты видишь какой-то проход. Вот здесь? Вот здесь, думаешь, нормально объедет? Да, смотри, сколько здесь чертежей, давай за чертежами сходим. Да пофиг, давай позже. Я у нас еще будет свободное с время. С чертежами пошел. А, не на крыше, ладно, я сейчас пройду сам. Ты где там? Да и сейчас спущусь. Крышелаз. Скоро от машины ничего не останется. Пока ты крышу... Да, тут идти осталось. Тихо. Да, поехали. Мог и ширануть один разок. Поехали. По зомби. Кстати, она очень бодро едет, даже с учетом того, что ее влюбили зомби. Да. Да, жалко это, конечно, она не умеет себя стряхивать их. Охренеть, как их много. Как не умеет стряхивать? Не, именно это, какая-нибудь кнопка, которая, типа, взять так и поскидывать их всех с себя. Бум-бум-бум.
Ну это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это называется бежим. Ох. Жахнул-то как. Я своим криком тут пытаюсь убивать их. Не знаю, что насчет твоего крика, но у меня тоже есть хорошее оружие против них. Тут гараж, это тот, которым... А, так это же наш гараж. А нам сюда и надо было разве? Ну, нам рядом. Нет, бежим дальше, дальше, нафиг гараж. Нет, тут стой, тут стол, для, место для транспорта есть, погоди, здесь можно транспорт вызвать. Вызови. Который мы когда-либо вообще встречали. О, отлично, слушай. Смотри, что я вызвал, садись. Хо. И как сесть? Ты не можешь сесть? Вот, могу. А, сел уже. О, так смешно это выглядит. Давай, так. Гони. Я, к сожалению, ничем не управляю в нем. Значит, я тоже мало чем управляю. Я бы вот в этом вот, в миксере прокатился, но бетономешалка. Ну, этот вроде ничего. Жалко только пушка у него пулемет. Я думал, будет типа так, это. Гранатомет? Угу. Да ну, пулемет прикольнее так. Снарядами. Ну или хотя бы смесь была бы, знаешь. Так. Так, все. Он как изи проезжает, да? Остановка. Слушай, ты знаешь, мне полюбился уже. Да. Блин. Так и него сейчас чем-нибудь скрестить можно будет потом. С чем? С самолетом. Господи. Это помойка не улетит. О, и самолет показывают. Что там? Это я в трусах. Зая. Нам нужна помощь. Знаешь, ты как... Как бы... Не, нормально, что я в трусах, то все такое. Да. А, о, ты появился, нифига себе. Только почему-то где свой... Или почему ты так одет? Не знаю. Ты видел, что я сделал? Ну да. Черт ее знает, они у нас с детства. Придется немного повозиться. Детали кое-какие поменять. В общем, я пока начну. Но где же нам раздобыть топливо? Вообще-то. У тебя есть идея? Ну, я бы встречал тут одного. Он вроде еще там. Налево-направо можно его найти. Ракурс. Да, ты в труселях, это нечто. Да. Мне кажется, это как-то непорядочно. Есть на что посмотреть. Он волосатые. У тебя там, наверное, это. Если снять с тебя майку, то там все умрут от количества. Чего? Переоделся. Ты знаешь, это сломанное что-то здесь. Тут масочка где-то должна быть. Коробка гвоздей. Можно пошутить про жареные гвозди. Так. Да, я знаю, что ты их любишь. Обожаю. Так, что тут есть? О, гаечный ключ. О! Похавать? Причем так, нормально. Осмотреть, наконец-то. О, ты что-то нашел? А, трагическая развязка, я левел апнул. Так. На, подарок. Я тут апаюсь пока. О! У меня плюс время действия и эффективность пищи, плюс один куб жизни. Круто. Довольно неплохо. Это что, а так? У меня все еще 4 кубика. Че, я в тяг кинул? Да не, я не понял, что это за штука такая. Это ладно, пошли, вот тут чертеж есть. Кстати, вот звезда это. А, так это статуэтки. Так, ребята, который раз мы продолжаем, на этот раз уже должно быть все нормально. Вновь извиняюсь за то, что все так получилось. Но, да, думаю, но это не от нас же зависит, это ж... Да, это игра, поэтому садись в танк. Ну, садись, вот, садиться. Да. Сейчас далеко ехать, целых 300 км. Ой, не испугал. Ну, но танки-то норм. Дорогу только показывай. Дорога. Так. Ты же понимаешь, что на танке она не особо нужна. Ну, нам надо будет сейчас едь по прямой, потом налево. Так, а, я даже прямой. Не знаю, где бы нам сохранить ПТР, чтобы его увезти с собой. Ну, давай сейчас налево. А зачем нам его сохранять? Направо. Сейчас по мосту. А давай поможем Жасмин. Ну, пойду. Жасмин, твой герой пришел. Зачем ты вышел? У нас есть пулемет. У меня есть катана.
Ну, ее от некого уже спасать. Насмоталась, так неинтересно, блин, я пришел такой, типа, сейчас спасу тебя. Слышь ты, дорогуша. Рыцарь на тут сером этот... Мерседесе. Стой, тут этот, как его, говорилка эта стоит, видишь ее? Нет. Которая ихняя, вот этих, ага, вижу. Все. А-а-а. Заткнись, на нее крикнул из этого. Да, из говорителя. Причем заткнись. Так, едем дальше. По мосту это вот туда, да, правильно едет? Да, по прямой все едет. Да, Люгу, покажи. Там вроде ничего не заблокировано. Это вроде. Так, кстати говоря, там еще по пути можно будет убежище встретить, заскочим в него или нет. Давай завалимся. Что нам терять? Так, ну тогда хорошо, едь просто, и мы его скоро встретим. Да? Отлично. Ну, тут единственный минус этого танка это... Перегрев. Так, он вообще какой-то неуязвимый. И давит в легкую, и быстрый. Мне вот тот больше нравится, слева. Не успел более... посмотреть. Да этот. Ты видел, что я растолкал? Да. Так, почти приехали. И сейчас надо будет направо. Как направо? Маркер направо. Налево. Ну, а, справа дом-то? Убежище, да. Ого, пожарные. Посмотри, тут. Сколько их. Да, жесть. Вот ты уже сам на карте должен видеть убежище, видишь? Да я вижу. Все, отлично, я за чертежом. Ага. Чертеж! Чертежик! Где ты? Блин, стекло гребаное. Так, что-то я не понял. Так, где чертеж? Ух ты, шотган лежит. Слушай, это их безопасное место, помнишь, там показывали эти? Про дурных-то этих, которых нам надо забрать. Да? Да, это их место тут. Mm-hmm. Офигенная динамит рука. Зомби просто всех привлекает и... Все, никого нет. Кстати говоря, здесь нет чертежа, к сожалению. Ну, тебя просто наморозили с ним. Так, а... Я не знаю, а как туда пройти. Понять не имею. С улицы, наверное, не? Или там все заблочено? А вот я пытаюсь крышу что-то зайти, я не знаю, сейчас получится, нет? Да, получилось. А, ты уже попал? Это где надо зайти? О, магазин! По правой стороне обходить. Так. Бейсболка, бейсболка. Знаешь, самое противное, что у меня всего один этот. А это шапочку свечу. О, женская шапочка. Знаешь, из оружия у меня вешалка. Да. И пеноблок. Так, а забраться тебе говоришь как? Обходи по левой стороне дом. А я справа обойду, по-моему. Да без разницы, там запрыгнуть. Оп, ступеньки. Поднимаюсь. Так, сюда в окно, да, надо прыгнуть? Да, там в окна будет. Думаю, ты меня там уже сам увидел. Я иду! Да. Кто еще здесь? Давай. Все, все? Понять не имею. Вроде все. Вроде никто не рыпает. О, ложечек. Чистящая. Так, ну, знаешь, что мне надо? Мне надо оружие. И бери. А. Где оно? Явно не в моем лице. Как не в твоем лице? Где же оно еще может быть? Оружейный шкафчик и посмотрим, что есть. Хочешь PlayStation 4? Всегда мечтал. Держи. Но не ту, которую ты мне предложишь сейчас. Так. И все вроде. Мне не надо оружие. Я хочу чертеж взять. Так. Кстати говоря, нам пора заканчивать серию, поэтому да, ребята, мы продолжим в следующий раз. Спасибо, надеюсь, вам... всем, что смотрели. Да, надеюсь, вам понравилась данная серия. Не забудьте ставить лайки, подписываться. Подписывайтесь также на канал Skyline. Ссылка на него, конечно же, в описании. И все остальное интересное. Поэтому да. На этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока.